Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак Норбу. У кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Продолжаем с вами игрить и престолить, потому что у нас страсти продолжают накаляться. Это еще только первый эпизод, а у нас уже свалились, так сказать, бремя нашей семьи, которые владеют лесом уникальным, который всем нужен. Лес – это наше все. И мы выбрали войну. Мы выбрали войну. Где, черт возьми, Дункан? Он должен быть здесь. Злится, ну и черт с ним. Справимся без него. И без Королевской гавани, знаю, что вы надеетесь, что Мира сумеет помочь нам. Но уверен, у нас достаточно своих сил. Ваши люди готовы действовать, если надо будет. У нас хороший план. Он сработает, если каждый играет свою роль. Так, пришел этот толстяк. Ага, и вот тот еще пришел, которого мы видели. Сколько здесь изделий из древесины? Не хотелось бы отказаться во время пожара. Намек кидай, да? Железноствол практически не повластен огню, милорд. Неужели? Я представляю вам лорда Рамси из дома Болтонов, сына Руса Болтона. Ага. Хотя лорд Рамси и бастард, то он располагает полной властью хранителя. Благодарю вас, сват, достаточно. Так, он типа главный хир, да? Так, как мне себя с ним вести? Так, добро пожаловать. Это же маленький лорд, лорд Уайтхилд. Говорил мне, что вы молоды, но это... Только посмотрите. Подарок для нового хранителя Севера. Дайте угадаю, железноствол Форестеров. Работа самого искусного нашего мастера. Не очень похож. Никто не сравнится с нами в мастерстве. Да ладно. Да, проверка. Неплохо. Лорд Уайтхилл, ваши люди могут так делать. Мы могли бы научиться, будь у нас время. Вы могли бы сделать очень многое, будь у вас время, но это вряд ли. Взгляните-ка, еще и Форестеры. Ага, сейчас он... Лорд Рамси? А, выйди, чтоб тебя было видно. А, он сейчас это, западет, наверное, на девку, нет? Захочет в жены ее, типа... Так, чего вы хотите? Чего вы хотите? Чего я хочу? Все? Ничего? Посмотрим. Сначала посмотрим, преклоните ли вы колени перед моим отцом, лордом Болтоном. Хранителем Севера. Блин, давайте преклоним, я не знаю. Это было не так уж и трудно, правда? Так, ну хранитель Севера же, да, типа... Вот в чем дело. Ваша верность меня не интересует. Впрочем, короне нужно то, что у вас есть. Все, чем веками обеспечивали Старков. Корабли. Щиты. Ночные горшки. Я ожидаю от вас того же и для нас. Мой отец пообещал королю столько всего. Вы же не хотите сделать его жилцом, не так ли? Так. Блин, пока никто не стоит нас на пути, ваш лес будет получать все необходимое. Ага, понято. Ваше молчание слишком обнадеживает, маленький лорд. Но я буду полагать, что вы согласны. Не делать этого очень плохая идея. Форестерам доверять нельзя. Они убили наших людей. Это сделал оруженосец Форестера? Они по... Нет, вы ошибаетесь. Все было не так. Наши люди мертвы. Как это произошло, не имеет значения. Вы принимаете меня в чертоги, как настоящего лорда. Надеюсь, что я не задержусь снаружи довольно долго, чтобы заметить ваше жалкое войско. Я не потерплю подобную дерзость от одного из ваших верных знаменосцев.
Поэтому я пришел к выгодному для нас всех решению. Что хочет, пес? С этого дня Уайтхиллы будут контролировать вашу рощу железностволов. Рощу железностволов, но... Уайтхиллы всего лишь шайка воров. Вы не можете так поступить. Почему? Вы знаете что-то, чего не знают Уайтхиллы? Мы настоящие мастера. У нас есть верные мастера, которые делают лучшее оружие. У Уайтхиллы мастеров нет. Будем на это... Роща железностволов нужна нам на ближайшие 5 лет или 50 поколений. Маленький лорд прав. Сделаем так. Лорд Уайтхилл получит половину вашей рощи железностволов. Посмотрим, кто окажется лучше. Но, милорд, иметь половину — это лучше, чем иметь ничего вообще. Чтобы обошлось без проблем, Уайтхилл оставится в ваших стенах гарнизон из 20... человек. В Железном холме? С этим мы смириться не можем. Итан. Они помогут поддержать покой короля. Они принесут нам лишние проблемы. Мне? Нет. Ну-ка, ну-ка, что за псы? Ага, вот это 20 чуваков пришли. Мы будем как заложники теперь, да? У вас есть мой сын Гриф? Гриф возглавит гарнизон. Черта с два. Ребята, явно не зря сюда приехал. Не надо. Взгляните на этого маленького Форстера. Ты ведь не боишься, правда? Лорд Рамси, прошу вас. А ты старшая сестра лорда Итана. Запал, что ли? Мы близнецы, милорд. О, близнецы, как королева и ее брат. Ну, надеюсь, не совсем как королева и их брат. Вот гад, а, изгаляется. Ничего, мы отомстим. Нет, надо было по-другому ответить, это не очень мужественно. Я придумал. Ты будешь моей высокопоставленной подопечной. Достаточно. Слышь, ты что, ты уже перегибаешь палку, хлыщ? Ты любишь охоту? Отпустите ее. She's quite pretty, your sister. We'd get along well. Схватить, молодец. Красавчик. Пожалуй, ты можешь остаться. Какой дерзкий лорд. Вот скотина! Что вы сделали? Но мне дерзкий лорд не нужен. Вот и все. Слишком много проблем. Вот и все. Хотя ты и преклонил колени. Думаю, мы пришли к взаимопониманию. Теперь я доволен. Итан. Короче, и все же, Форестеры должны выполнить свою часть сделки. И теперь мелкий будет лордом. Возьмите мальчика под свою опеку. Убейте его, если с ним будут какие-то проблемы. Было приятно с вами познакомиться. Кто-нибудь, нужно будет... Помогите. Да все, уже ему не помочь. Вы сами в этом виноваты. Отпустите его. Короче, заигрался я в лорда. И мне показали, какая тут на самом деле политика. Дрянная вещь. Сынок. Ну вот и все. Вот так вот. Да, было неожиданно. Ну да, я еще раз повторюсь, заигрался я. Ваша история началась. В следующем эпизоде «Игра престолов». То есть, да, все это, я прошел первый эпизод. Понято. Дошли во второй. Пожертв ради нас. Он спас Тали. Его запомнят Итаном отважным. Ну вот, в историю вошел. Это Мордва. Короче, ставка на силу не сыграла. Понятно. Моя сестра приказала вам поклясться, а вы отказались. Так, это нам показывает все, что было в эпизоде, да? Так, маленько попить надо.
Да, а, вот это вот главный брат, да, какой-то второй там. Так, это что за типы? Рион, ага, понято. Мы не позволим нашему дому упасть, мы будем готовы. А кто теперь лорд-то получается? Лорд этот маленький пацан? Самый мелкий? Да, с Итаном, конечно, получилась беда. Так, тут, короче, типа, что-то еще. Так, перевод. Но мы пошли во второй. Так, нет, спасибо. Давай дальше. Так, добро пожаловать в Игру Престолов. Играть. Так, теперь мы пойдем начать эпизод второй. Я меч во тьме. Я дозорный на стене. Джон Сноу. Ну что, начнем за него? Давайте, поехали. Как неожиданно закончился первый эпизод. Ну, это получается у нас будет в одной серии. Так, ранее в Игра Престолов. Ну, давай. Еще раз посмотрим на то, что было. Грядут смутные времена. Родрик! Ну, Родрика убили в самом начале, это я понял. Ты смотри, я после первого эпизода уже стал хоть маленько понимать, кто тут кто. Северная роща не должна быть потеряна. Ты отправляешь на стену? Он не сделал ничего плохого. Ну, Итана жалко, конечно. Я хотел поиграть, как бы, думал, сейчас он станет королем, чё кого. Просто я волнуюсь за свою семью. Король не захотел помогать твоей семье. Ты рискнешь, заключив союз с короной? Да, я всем рискну. Красотка. We don't want White Hill men within these walls. Так, ну тут сейчас покажут, как его убили. Молодец, защитил. Но видишь, за свои поступки, да. Ethan. И все. Вот так вот. Эх. Но опять же, не защитил бы сестру бы увели бы, его бы прозвали бы мягкотелым. Ну да, что поделать, вот так вот. Получается, только пальцы отрубили и все. И сестру защитили, вот и все поступки. Может, этот пес нас предал, который вот, которого мы не дали этот наруч? Это кто такие? Ты че стоишь такой, выбьешься? Сейчас раздавит, да, смотри. Эшер Форестер. Ну, Эшер это куда брутал, да? Юнкай спустя 3 дня после освобождения. Эшер это прям какой-то брутал. Ты прям смотри, какой он качок крутой. Но с ним такие шутки не пройдут. Эй, это я, Бешка. Слишком уж ты задержался. Это уже почти теплый. Хотя эта гадость и должна быть такой. Так, что, я играю, да? Так, смотри, что такое. Кувшин. Расслабься, скоро не придут. Эта выпивка просто сок по сравнению с Лем. Там что-то... Ну-ка, что там еще? Все, сказал? Нельзя выбрать? Так, тут что такое? Пятно? Так, посмотреть на пятно. Что за пятна? Так, мясо... Это вино. Или кровь. Попробуй узнаешь. Понято. Так, сейчас, секундочку. Я вернусь. Так, я вернулся. Их потеря, наша выгода. Хорошо. Так, это с тобой. С Бешкой поговорить. Посмотреть на кальян? Нифига вы тут модные. Фрагрант. Вкусно пахнет. Ну, и кто тут брутал? Ты смотри, прямо тут такой прямо... Ох ты, топорик. Так, давай посмотрим, давай все посмотрим. Мы все осматриваем. Похоже, мы не первый, кто здесь обосновался. Ясно. Так, посмотреть на топор. Только у Форестера хватило бы ума протащить свой топор в Эссос. Опасная игрушка, не правда ли? Понято. Так, топор взять. Все, красавчик. Так. Кстати, у нас есть кодекс, пока есть сценка. Давай-ка я прочитаю, что у нас есть в кодексе. Потому что мы часть там пропустили. Часть, я думаю, можно прочитать. Так, это мы читали. Родрик.
Читали. Вот Эшер, давайте про Эшера сразу прочитаем. Изгнанный сын, почему его изгнали? Эшер с детства делал все, чтобы разозлить своего отца, устраивал драки в трактирах и был постоянным посетителем местных борделей. Но беззаботная жизнь Эшера закончилась, когда он влюбился в Гвин Уайтхилл, старшую дочь давнего врага своего отца. В итоге лорду Грегору пришлось выбирать, идти на войну против дома Уайтхиллов или же изгнать сына за узкое море. Лорд выбрал последнее. С тех пор Эшер живет в Эссосе, работает наемником и старается забыть свою прошлую жизнь. А, так ты наемник. Так, Мира. Про Миру мы читали. Итан. Ну вот он, Итан, так сказать, погиб у нас, так, Итан не такой. Так, мы про него читали. То есть, по сути, как некролог у него получился. Талия. Так, про Талию читали. Рион. Давай прочитаем про Риона, по-моему, мы про него не читали. Рион – младший сын лорда Форестера. Его любимое занятие – игра в прятки вместе с Итаном и Талией в роще Железноствов. В детство Риона было беззаботным, но закончилось оно слишком рано, когда началась война пяти королей. Его отец и старший брат уехали, а Рион был слишком мал, чтобы понять почему. Ужасных реалий текущей войны невозможно избежать. Рион попал в руки лорда Уайтхима как заложник. Кстати, у них тут обновляется кодекс или нет? Интересно, кстати, тоже. Вот этот вот какой-то хитрый пес. Костелян Железного Холма. Так, будучи обычным сельским мальчишкой, Дункан без труда справлялся с крестьянской рутиной, и окружающие не сомневались, что однажды он станет хозяином своего двора. Но все сложилось иначе. Он познакомился с Грегором Форестером и завязал с ним крепкую дружбу. Когда Грегор унаследовал Железный Холм, то он позвал своего старшего друга Дункана на должность Костеляна. Многие скептически отнеслись к этому поступку, но вскоре осознали, что Дункан идеально подходит на эту должность. Ну, понято. Про это давайте еще прочитаем. Сир Рой Ван Деггер, мастер над оружием Железного Холма. Во время восстания Бейвана Грейджа вся семья Сира Ройвана была убита, поэтому он присоединился к армии Форестеров и принял важную роль в осаде Пайка. За подвиги король Роберт Баратеон посвятил его в рыцари и дал ему звание мастера над оружием Железного Холма. Сир Ройван и до сих пор не растерял свои навыки, ну понято. Так, это мейнстрим. Так, ну про этих давайте потом прочитаем. Будем по чуть-чуть продолжить. Так, здесь мы всех осмотрели. Ну, понял, тут прям какой-то прям Скайрим какой-то начался. Так, все просмотрели. Посмотреть на крышу. Это какая-то... должно быть, раньше это местечко было довольно красивым, наверное. Это какая-то восточная страна, Эшер, да? Знаю, женщина-наемник. Уже 4 года бьемся рука об руку, и ты до сих пор не можешь привыкнуть. Ну уже, Эшер, хватит, подходите разглядывать, пора пить. Ну давай бухать. Бухашечки. Эй, желтый, что на входе, что на выходе. По мне так даже пить его спустя трата времени. Учитывая, что мы нашли его в заброшенной таверне, очень даже неплохо. Ну и вонь. А что это в Юнкане воняет? Знаю, это город пристанище для грязных воров, убийц и подобных смертоносных бастардов. А что вы тут делаете? Думаю, ты чувствуешь себя как дома. Давай за это я выпью. Ему нравится такая жизнь. Да ты выпьешь за что угодно. Ну и вот правильно, мы же такие лихие парни. Еще по одной? Так, что вы тут? Тут, надеюсь, контента 18+, не будет? А то я эти все ваши посидушки-то знаю. А как там поживает ваш достопочтенный гость? Нужно проверить, жив ли он там. Так, у них там какие-то дели... Ой, тут у них вообще, смотри, что происходит-то. Сумаист какой-то. Ну и как он? За его труд нам не заплатят. Кто он? Напомни-ка мне, как зовут этого жирного ублюдка? Безак, что-то там такое. Его имя не имеет значения, главное, что он нам за него заплатит. Да, красавчик. Ну, пинать его не будем. 800 золотых драконов за его поимку. Повезло, что мы поймали его, когда он пытался бежать из Юнкая. Повезло нам? Не ему. Вот бы нам попалось побольше бывших рабовладельцев, за чего вы готовы платить. Нет уж, мясом хватит, толстяков, спасибо. Типа устал. Говорят, только бедные умеют тратить деньги. Мы сможем купить лучшие вина. Отборных шлюх. А тебе-то куда? Наконец, постим в кроватях без блох.
Who needs the best stores when the bad ones are so much more fun? Так, мне нравится ход твоих мыслей. Если мы обзаведемся золотом, то сможем делать все, что зачтем нужно. Может, мне даже хватит денег на корабль? Железный холм. А, все-таки по дому скучает. Уже много роек не слышал о семье. Ты хочешь вернуться? Даже они относятся к тебе как к куску дерьма. Выгнали тебя только потому, что ты влюбился в девчонку из неправильного дома. Квейн, сердцу не прикажешь, твоя семья должна это понимать. Но все равно скучает по дому, ты чё? Вестерос и проклятые дома. Они все равно у меня семья. У меня есть братья и сестры, которых ни в чем не виноваты. Пожалуй, ты прав. Но помни, тут у нас дела идут лучше, и в любой момент мы можем стать богачами. Ну, сейчас он получит ворона, что типа, мать просит вернуться, там, чё, кого. У меня тост. За всех нас, опасных бастардов. За нас. Ну да, мы тут веселимся, чё. Нажмите Q в нужный момент. Тихо, тихо. Опа. Нифига себе, ещё бы я чокаться бы разучился. Тихо. Пешка, я думал, что награду за голову Базака значит один из его бывших рабов. Так и есть, он собирался заплатить его же золотом. Что тут делать забытый, мать его, легион? Так это Тазал, тот самый из Валансатиса какого-то. Может, он забыл в том случае? Ты! Я ведь предупреждал, что я не увижу тебя! Тазал, милтеси, не правда ли? Но я перережу твою чертову глотку! Я тоже тебя рад видеть. Где он? Кто он? Так, какие-то терки. Разборки терки. Тихо. Вот, 400 золотых драконов. Скорее всего, он работает на мудрых господ. Больше ты не получишь. Было обещано 800, а ты получишь 400. Это даже больше, чем ты заслуживаешь. Не понял, где... 800 золотых, и он ваш. Не будь засранцем, мы тут наемники. Вы не такие, как вы. Забытый легион от крови старой Валирии. Хватит нас терпеть приказы жалких ныкающих свиней. Твою мать! Ё-моё! Что ты наделал? Хоть раз вы двое оказались мне полезны. Это вряд ли. Мудрые господа узнают, как Эшер Форстер похитил почтенного Базака. Но не получив за него выкуп 800 золотых, он убил его. Я? К счастью, мы были неподалеку и совершили правосудие. Выходит, вы заберете золото, скинув всю вину на нас? Убейте их и скормите их жалкие трупы с собакам. Так, ну мы крутые, у нас топор есть. Так, посмеяться. Раз уж вы так хотите умереть, берегитесь! На нахер! Ну давай, кто первый? Давай! Опа! Мы-то крутые! Мы-то крутые! Ты с кем связался вообще, слышь? Так-то лучше! Еще один! Так, е-е-е-е-е! На нахер! Я готов! Чё нажать? Опа! На! Еще следующий, подходи. Сикури, ай, да я сикури, да я же сикурил, ты чё? Ну хоть сохранение прошло. Первая смерть, Вавар Моргульс. Давай, опа, сикури. Да, готов, сикури, давай. Ес. Тоби Таур. Опа, ты скотина. Опа. Это я умею делать, хорошо. Опа. Нет, не того, да, не того, блин! Молодец, за тобой должок. Ну ладно, там пиво как-нибудь там. Куплю я тебе. Или сейчас прям тебе долг отплачу. Щет! Давай сюда. Бери тарелку, опа, ку-ку-ку, давай. Нажимаю, давай, готов, е! На нахер! Все, пошел. Вот и все, скотины. Ох ты, скотина! Это за Валатиса! Бешка! Тихо, на тебе! Все, за тобой должок! Тихо, взял! Готов!
Иди к черту, Эшер! Во! Тазар! Вы бесполезные грязные ублюдки! Эшер! На нахер! Вот и все. Долго плачем. Знаешь, что все это напомнило мне? Заварушка в наврозском борделе? Ну это жизнь наемника. Я думаю, они к этому привычные. И я думаю, это единственные. Убьешь меня, и забытый легион не остановится. Ну чё? Пошли? Кто там еще? Да вы чё, охренели что ли? Тазал! Убейте! Да ты чё, слышь, охренел? Блин, я опоздал? Опа! Эшер? На нахер! Не успел, я дам ножи. Во имя богов, огня и тишек, что происходит? Это улыбается ты! Кто ты такой? Мой дядя? Тазал? Проклятие! Еще на подходе. Пора уходить. Так, золото-то возьмите. Опа! Мы же наемники. Пойдем. Вот и все. Малком. А там пусто, да? Проклятие. Ё-моё. Нам нужно уходить. Постой, Малком. Эшер. Я рад, что смог тебя найти, мальчик мой. Я проделал долгий путь. Что ты здесь делаешь? Меня послал твой брат Итан. Я тут, чтобы вернуть тебя домой. Домой? Он типа лордом новым станет? Так, тихо. Тихо. За эту музыку. YouTube меня банит, поэтому я сейчас пока... Так, громкость музыка уберу пока на ноль. Чтобы, так сказать, вот эта вот заставочка прошла в тишине. А то узнаю я их. Опять забанят меня. Я сам могу попеть. Тут опять вырастают все вот эти вот деревья. Вырастают все вот эти вот какие-то непонятные у них механизмы. В принципе, тут ничего такого особенного нет. Просто звук уберу и все будет хорошо. Не, прикольная, конечно, игруха. Интересная история. Я вот единственное, конечно, думаю, что, наверное, можно было как-то и сыграть и по-другому. Хотя, может быть, здесь игра, как обычно, это бывает иллюзия выбора, и Итан бы погиб бы в любом случае. С этими драться надо было бы в любом, наверное, случае. Наверное, здесь так и есть. Но все-таки мне хочется верить, что если бы я бы сделал бы какие-то другие выборы, то, возможно, бы Итан был бы жив. Там бы с этими драться не пришлось, к примеру. Было бы прикольно. Так, тут какая-то гарпия выросла. Смотрите, что новенькое появилось. Так, сейчас скоро звук сейчас опять заработает, и игра появится, и я включу звук. Так, Games of Thrones, Игры Престолов, эпизод 2, Пропавшие Лорды. Ну, хорошечно. Так, тут я могу уже включить звук, да? Да, давайте включим. Так, настроечки, видео. Так, общая громкость у меня была на троечке, музыка на четверочке, да? Или наоборот было? Вот так как-то было. Ой, какая пятерочка-то, четверочка назад. Ну все, погнали. Пропавшие лорды. Эпизод второй. А, то есть это было только еще предисловие, все понято. Так, это кто такой? Годрик? Ой, какой Годрик-то? Это этот... Кто ты? И почему ты такой грязный и плохо выглядящий? Так, едем в повозке. В повозке из говна какого-то. Эх ты, вот скотина! С трупаками едем. Кто это? Родрик. А, он выжил, да ладно! Он выжил! Проклятые Форестеры! Да почему они живут так далеко?
Посмотреть на труп. Это батя его. Точно, этот собрал трупаки. Все понято. Фаза. Понято. А эту с трупаками. Он... Вот кто наследник теперь дома. Понято. Значит, у него будут яйца. Все будет хорошо у Форестеров. Но он выжил. Офигеть. Я из близнецов привез покойных Форестеров. Судя по одежде, это лорды. Ладно, мы их заберем. Ну, я не отдам их за бесплатно. Сколько вы готовы заплатить? Сэр Ройланд? Кого? Я был... Ты промышлял этим сумеречной долей, а теперь пришел сюда. Нет, так. Доска взять. Так, ну он там спорит, они там за счет бабок там все. Проваливай сейчас же. Ну, ладно, я сброшу их в реку. Да блин. Давай, кричи чего-нибудь, кричи. Кричи. Давай. Простите, сир, не беспокойтесь. В чем дело, сир? Смотри-ка, этот еще жив. Это ты. Эй, ты. Это я, Родрик. О, Родрик. О, боги, это ты. Сэр? Зовите Мейнстера, скорее! Зовите Мейнстера! Родрик! В Родрик-то оказывается... Ё-моё! А вот там уже Итан уже погибли, убили. Вот бы сейчас бы они бы подохерели бы. Так, ну его сейчас лечат, все хорошо. Я думал, мы сейчас за Эшера будем играть, а тут вот и Родрик оказался жив, капец. Вот это да. Так, а ему там мерещатся всякие битвы. Мой лорд, вы должны уснуть. Давай только без пиявок своих. Это маховое молоко. Маковое молоко, пейте. Ну же, давай выпьем. Нам, мы сейчас не в том состоянии, чтобы отказываться. Вот так. Тем более он нам поможет по львасу. Мэлэди, я сейчас провожу операцию. Дайте ему закончить. Не смог договорить. О, этот хер. Родрик, что они с тобой сделали? Эти раны убили бы любого другого. Возможно, он не сможет ходить. Родрик? Что с ним? Он выпил маковое молоко. Прошу, не оставляй меня, только не сегодня. Ну, маковое молоко, там какой-то наркотик, видимо, не знаю, там, видимо. Так, кто поет? А Итан даже об этом не узнал, к сожалению. Так, поем песенки. Че, без ног уже очнулся, да? Где мои ноги? Ноги смотри. На ноги. Есть ноги, нет? Ноги есть, отлично, ноги есть. Кувшин использовать. Вот ты, блин, раскоряка. Красивая песня. Эту песню я еще не слышал. Красивая. Родрик, слава богам. Братья, я уже думал, что я потеряла тебя. Прости, прости, прости. Как ты вымыл? Ты старше, чем был на момент моего ухода. 2 года — долгий срок. Насколько все плохо? Ой, не знаю. Мастер Олтерин сказал, что кость твоей ноге может не срастись. И твое лицо? Я плохо выгляжу? Что, хочешь сказать, что я плохо выгляжу? Ну, будем ее подбадривать. Я бы не осмелилась.
Родрик, я должна кое-что тебе рассказать. Итана больше нет. Итан? Бастард Руса Болтона пришел сюда и грозился забрать меня. Итан схватил меня. А затем это чудовище пронзило ему горло. Как будто это в порядке вещей. Итан. Рамси поплатит за это, обещаю. Хорошо. Ну только как, непонятно. Мы планируем похоронить Итана в роще вместе с отцом. И мама хочет, чтобы я написала песню для похорон. Я не могу. Ладно, не плачь. Ну, поплачь. Так. Давай просто промолчим. Потому что, ну что говорить в такой ситуации? Ну, конечно. Что тут сказать можно? Так, кто там пришли? Типа слухи прошли, что выжил Родрик. И все там... После его смерти настал хаос. У нас во дворе обосновались солдаты Уайтхиллов. Даже крестьяне напуганы. Им нужен лорд. Для них ты герой, они пойдут за тобой. Знаю, ты еще не здоров, но... Со мной все будет в порядке. Прямо сейчас в Великом Чертоге проходит заседание Малого Совета. Никто не ждет, что ты будешь присутствовать, но если ты готов... Я хочу там присутствовать. Правильно! Ты можешь стоять? И понадобится рассуждение. Так. А вот и узнаем. Есть только один способ узнать. Только не падай, давай. Я скучала по тебе, братец. Ты справишься, Родрик? Я это знаю. Давай, ку-ку-ку-ку-ку-ку, давай. Давай, вставай, вставай, как трудно-то, ё-моё. Ну помоги маленько, нет? Красавчик. Хотя не надо, не помогай. Мы новый лорд. Ну все. Так, нажмите вверх или в так, понято. Ой-ой-ой-ой-ой! Да, блин, еще башкой шибанулся, ой. Блин, ничего страшного. Кресло-каталки-то нет? Так, закрываю дверь, отлично. Чё скажешь? Зачем ты это сделала? Я не допущу, чтобы тебя видели в таком состоянии. Молодец, смотри, умная. Мне нужно идти. Ты попадёшь туда. Но тебе придется идти на своих ногах. До Великого Чертога далеко. Нельзя допустить, чтобы ты упал у всех на виду. Take my hand. Let me help you. Спасибо, Талия. Ну, я думаю, тут глупо отказываться. Он упадет, еще башкой ударится. Ему не надо, нельзя ударяться, у него и так уже это. Ready? Готов? Да, готов. Давай, вставай. That's it. Давай. Красавчик. Так. Все, пошли. Аккуратненько. Ойть. Так, мы пока осмотримся. Что тут есть, картины, топоры. Но они какие-то крутые. Хотя у них... Все будут так рады видеть тебя на ногах. Хоть здесь многое изменилось. Так, загрузочка сейчас будет, то, наверное, пора уже заканчивать. Да? Да, давайте, ребята. Все, идет сохранение. Давайте на этом и продолжим в следующий раз. Было очень много событий, тем более закончили первый эпизод, начали второй, неожиданные убийства, интриги, расследования, скандалы. В общем, все тут есть. Очень здорово, очень приятно, будем продолжать. Все, на сегодня программа завершена. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайк, буду очень вам благодарен и рад. А с вами был Чердак Норбу. Пока-пока.